وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ الله جامع شتين يا كنيجي أصول السنة أفتر который считается автор имам Ахмад, рахимахуллах. И мы будем читать сегодня, иншаллах, «Аль-Иману каулум ва амал язиду ва янкус». Насчет веры, насчет имана. Это тоже важная тема. То, что мы читаем, все важно. И насчет имана тоже. Потому что во время чтения мы увидим, что услышим, что сколько течение, только насчет имана, насчет веры заблудились. Представьте других тем как. Давайте теперь почитаем имам Ахмад, что говорит насчет этого. Говорит, «Аль-Иману каулум ва амаль». Иман, вера, это слова и дела. «Язиду ва янкус». Увеличается и уменьшается. كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Как прошел хадисах, один из них привел имам Ахмад рахимахуллах, который передал Абу Давуд рахимахуллах, а шейх Албани рахимахуллах сказал этот хадис хасанун сахих, что самый высокий в вере мؤمن тот, кто у него красивый ахлак. Ахлак, хулук, адаб. И что имеет в виду имам Ахмад, когда перевел этот хадис? Здесь шахид что, свидетель? Здесь что акмалюль му'минин. Акмалюль му'минин. Значит, полный му'мин. Полный иманом му'мин. Значит, есть неполный насчет веры му'мин. Такие хадисы есть. Например, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, сильный му'мин лучше, чем слабый му'мин. Му'мин. И ману каулу амаль, каулу калби вал лисан, ва амалу калби вал джавари. Первая вера у ахли сунна слова и дела, и вера в сердце. Это три стороны участвуют в вере. Но некоторые саляф, они говорили, что иман каулум ва амаль. Каулум ва амаль. Вот иногда читаешь, некоторые саляф, они говорят, иман каулум ва амаль ва итикад. Каулум ва амаль ва итикад. Итикад يعني بالقلب. А некоторые видят, что говорят, и аль-иман каулу ва амаль. Когда они считают каул, они имеют в виду каул сердце и языке, يعني слова. Когда они имеют в виду амаль, дела, они имеют в виду дела, которые касаются в сердце. Бывает сердце и дела, которые бывают в органах. Рука, нога, в теле. Это первая тема. Вторая тема. Ахлю сунна валь джамаа, вера в ахлю сунна валь джамаа, они говорят, что иман увеличается и уменьшается. Это тоже один из тем, которые заблудились некоторые течение насчет имана, насчет веры. Потом можно добавить те, которые не с Ахлю Сунна в этом теме, они говорят еще, что иман, нельзя исключение в имане. Например, ты не можешь сказать «Я му'мин, инша Аллах». «Я му'мин, инша Аллах». Ты не можешь это сказать. Потому что если ты, это говорят мурджиты, если ты скажешь это, тогда ты
так выходит, что ты сомнение в имане. Это же не так, они неправильно подошли к этой теме. Это ты хочешь сказать, что да, мы подтверждаем, что исключение можно и имане. Можно сказать, что я муэмин, инша Аллах. Инша Аллах. Конечно, ты с этим имеешь в виду, что себя считаешь всегда, что ты неполноценный перед Аллахом, как надо верить. Минбабу таваду. Это не как, что мы говорим, что мы сомнений и имане, поэтому они неправильно толкуют эту тему. И мы говорим, что грех расслабляет иман. Грех расслабляет иман. Почему? Потому что есть много течений, братья, особенно мурджиты. Их не тоже там есть течение внутри мурджитов. Они говорят, что грех не расслабляет иман. Яни, кто-то, например, зина делает, кто-то ворует что-то, кто-то убивает, кто-то кушает проценты и так далее. Их не иман, как иман Абу Бакр или Али, или Муавия, или Умар. Нет разницы. Они так подходят к этому. Но это же неправильно. Это неправильно, конечно. Так, потом насчет имана там еще есть. Еще можно сказать, разница Ахлю Сунна валь Джамаа насчет имана, насчет веры и другие, как хариджиты, как мурджиты и так далее. Ахлю Сунна говорит, что имана есть степень. Сколько-то этажей, можно сказать, степеней. Как хадис прошел, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что иман 60 или 70 чем-то степеней. Самый высокий – это слова «Ля иляха илляллах». Самый низкий – это взять то, что мешает людям в дороге, поставить край. Это чистота улиц. И потом говорит, скромность или хая. Хая, как сказать? Хая. Стыдливость. Это один из этажей имана. Как вы видите, в этом хадисе предал муслим, это хадис сахи. В этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает, что иман это слова, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ля иляха илляллах, это слова. Потом дела, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, взять что-то, поставить край, чистота дороги, улиц. И третий указал сердце, потому что стыд, скромность – это место сердца. Потому что вера, есть вещи, есть поступки, которые, это касается сердца, как любить, как боязнь, как таваккуль и так далее. А есть словами и есть поступками, как намаз, как пост, хадж. Это все касается имана. Давайте вернемся. Вот шейх Раби Хафизаллах, что говорит? Шейх говорит, «Ваюшарикум аль-хавариж фи анна ль-иман кавлю ва амалю ва итикад». Здесь один тонкость, братья, я хочу вам сказать. Шейх Раби тоже говорит, рахимахуллах, Хафизаллах. Хариджиты тоже говорят, что иман – это слова, дела и вера. Хариджиты тоже говорят. Валякин, шейх говорит, валякин индухум иман ля язиду ва ля янкус. Но разница в чем? Их позиции, подходом, наш подход. Они, когда говорят это, да похож Ахлю Сунна валь Джамаа в начале. Но потом, когда уже они продолжают, уже тамам различается от Ахлю Сунна. Они говорят, что иман не увеличается и не уменьшается. Они говорят это. Потом они говорят, иман не является частей. Иман степен, иман полный, как мурджиты. Они говорят, что если один какой-то часть уходит от имана, весь иман уходит. Поэтому они, например, такфир делают. Почему они говорят, такфир делают, кто зина делает, кто риба делает, кто кушает, или кто, например, крадет, кто убивает человека. Большие грехи. Большие грехи все.
Почему они такфир делают? Они говорят, что это довод, что иман у них не остался. Потому что у них иман не по частей. А у нас Ахлю Сунна валь Джамаа. И Мурджиитов тоже так. А у нас Ахлю Сунна валь Джамаа. Иман является от частей. Может какую-то часть уйти. Но это не значит, что ушел. И какую-то часть остается. Например, мы узнали, что один из степен имана почистить улицу, убрать вещь, которая мешает людям. Это поступок от имана. Например, ты проходишь улицу, видишь, что-то мешает людям. Ну, не взял, прошел. Прошел. Лень у тебя или что-то. Это что? Как мурджиты или хариджиты, если подойдем, аузубилям штанаджим, по их словам, по их подходам, это иман ушел от нас. Нет, мы говорим, да. Это от имана, но он если не сделал, но иман у него еще осталось. Просто мы говорим, что он грешники. Вот насчет грешников. Мы говорим, что насчет грешников, они неполноценны, иман у них. Слабый иман. Есть сильный иман, есть слабый. У хариджитов, у мурджитов такой вещь нету. Потом шейх говорит, шейх Раби Хафизуллах, продолжает, говорит, рахимахуллах, وَإِنْدَ مُرْجِيَةُ الْفُقَهَا الْإِيمَانِ اِهْتِقَادُ بِالْقَلْبِ وَقَوْلُ بِالْلِسَانِ وَلَا يَدْخُلُ الْأَمَلْ مُرْجِيَةُ الْفُقَهَا, там я сказал вначале, мурджиты, там несколько видов. И один из видов, им говорят, мурджиятул фукаха. Но их, это считается, некоторые считали даже Абу Ханиф от них, особенно вот Ахнаф, который Ханафи, Абу Ханифа ссылается, они говорят, что мурджиятул фукаха, потому что они говорят, что иман это слова и подтверждение в сердце, а дела не от имана. Дела не от имана. Это большая ошибка ихняя. Большая ошибка. Ну, здесь шейх говорит, шейх Раби, хафизаллах, здесь говорит, вот, мурджиты, что говорят, что иман не увеличается или не уменьшается, у них только подтверждение. Так вот, хочу сказать, что, братья, куллявия или ашариты, или матурдиты, они тоже насчет имана говорят, иман факат тасдик билькальб. Тасдик, сердце, все, подтверждение. Поэтому ашариты и матурдиты насчет имана, они мурджиты. Они мурджиты. Потому что они говорят, как мурджиты насчет имана. Они насчет кадара, кадар, они джабариты. Потому что они говорят, что человек как робот. У него нет выбора. Это ашариты, матуридиты. У них так. Насчет кадара, иман биль кадар и так далее, и так далее. Хорошо. Шейх Раби продолжает. Шейх Раби говорит, хафизаллах, когда говорит про мурджитов, другую сторону тоже говорит. Насчет хариджитов. Ну, некоторые моменты мы сказали, братья. Конечно, аяты и есть в Коране. Аллах субхана тааля, например, говорит, фазадат хум имана. Тогда их иман, что, увеличился. Или, например, в другом аяте говорит, لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Тоже это указывает ая, что иман увеличается. Если увеличится, имеется, тогда, конечно, уменьшается тоже. И шейх, рахимахуллах, когда про хариджитов говорит, одну проблему хариджитов здесь тоже указывает, что они не только такфир делают, больших грешников. Они еще их кровь халал делают, что их убивать может грешников. Потом приводят шейх Раби Хафизуллах некоторые доводы, например, Аллах субхана тааля говорит,
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا. Сура Аль-Маида, 38 аят. В этом аяте это ответ харижитам. Потому что здесь разговор идет про вора, тот, который что-то украл, мужчина или женщина. Это большой грех, но Аллах их такфир не сделал. Сказал просто, их руки убирают, и все. Но если они кафир были бы, эта рука, они просто, надо было их убить, и все. Как хариджиты делают. Или, например, приводит шейх Раби Хавидуллах насчет выпивания харама, например, водка или тому подобное. Один из сахаба пил, и несколько раз его перевели к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда перевели еще раз, один из сахаба его лянет сделал, проклял, что сколько раз его приводит. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда услышал, несмотря что этот сахаба пил, и это большой грех. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал, когда он услышал, что один сахаба проклял его, сказал, не проклял его, нельзя так. Потому что он любит Аллаха и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Смотрите, это большой грех, но он такфир не сделал, пророк даже сказал, не проклинай, потому что он любит Аллаха и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И так шейх Раби отвечает им, что как это большой грешник может кафиром быть, ни в Коране, ни в Сунне нету, что большой грешник кафир. Или, например, здесь приводит еще пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто поменял религию, вы убейте. Ну, конечно, это хадис достоверный. Да, это хадис достоверный, его передал Бухари, рахимахуллах. Но это когда некоторые слышат такие хадисы, они пугаются, говорят, как это убивать и так далее. Это касается правителя. Правитель может убить, может не убить. Как, например, некоторые большие преступления, убивать человека и так далее. Все равно это касается правителя, это касается кады. Как исламский термин, это, если так сказать, прокурору. Когда некоторые читают так, что если кто так сделал, убит, они думают, что они могут. Нет, это дела правительства, и все. Поэтому некоторые, даже не мусульмане, когда услышат это, они боятся, говорят, смотрите, ислам. Говорит, убивай. Не. Наоборот. Просто дает право его убить. Это касается правителя. И все. Как, например, потому что это тоже один из преступлений. Как, например, зина и так далее, который прошел некоторые грехи, большие грехи, убить. Но это все равно касается правителя. Разве это тоже тонкость надо узнать. Знать надо. Итак, шейх Рахимахуллах, Хафизахуллах, шейх Раби, можно сказать, заканчивает эту тему насчет веры. Потом идет у нас тема, кто оставляет намаз, он кафир. Или нет, это иншаллах узнаем в следующем чтении. Иншаллах.